Всем привет, с вами снова Warlet, и сегодня я поиграю в World of Tanks. Ну, да, сегодня поиграем в World of Tanks. Так. Сожалею, что долго не было видео, я болел тут, приболел немножко, но теперь я выздоровел. Так. Всех с прошедшим девушек и девочек с 8 марта. Вот. И с прошедшим мальчиков 23 февраля. Ну, уже это давно было, правда, 23 февраля. Но все-таки. Поздравляю. На тебе. Опа. Да, я такой мастерский подъехал. Да. Бам, парень. Я думал, снесу его и дальше поеду. Блин, бы сейчас не упасть. Интересно, он может провалиться в этот мост? Наверное, да. А, все, мы выиграли. Ей! Я, кстати, тут вот сейчас коплю. 989 535 кредитов. Вот, я коплю, вот я его исследовал, но надо купить его за деньги. 1 300 1 355 000. А не хватает 365 465. Вот. Так, на чем мне поехать? Светляк не вернулся. Ладно, я в бой на это поеду. Так. Ну что? На опять. Четвертый с конца. Ну давай. Может, потом какой-нибудь другой найду и с ним буду играть. Может быть. Так, что у нас тут есть? Стоп. Мы попали к восьмеркам. Как я ненавижу эти восьмерки, хотя у меня скоро будет семерка. IMX CDC. Круто. Третий по списку. Стоп. ФКМ 50Т. Его ж удалили из танка. Окей. Да, IMX CDC ты. Говнюшка. Так, бульдог, ты зря сюда поехал. Здесь очень страшно, здесь комната призрак. Хотя не комната, а здесь карта призрака. Да, страшно, да? Я вас прям до смерти напугал, что вы обосрались. Эй, IMX, IMX, IS. Вообще... Офигел. Меня сейчас прикончат. Да. Стоп! Т-34 сотка? А, его ж вроде тоже запретили. Вы издеваетесь? Чё, правда издеваетесь? Вы же запретили сотку, вот эту Т-34 сотка. Ну-ка, что у меня тут? 3796. Почти 1 000 000. Миллион.
Так, на чем бы поехать? Ну, поеду на Крюсайдере, наверное, да? Там что посмотрим, как он. Ну, можно движок исследовать, но покупать я его не буду. Потому что у меня и так мало кредитов. Бай, 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 бай. Май, 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 май. Пунчик, бум, бум, бери, бери, бэм. Бери, бэм, 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 бэм. Так. К шестеркам. Ну, потом наш нолен больше. Хотя это все равно раздражает. Если хотите со мной играть, то у меня ник, нижнее подчеркивание, Артем, нижнее подчеркивание. Можете найти меня, отправить. Но я, может, когда-нибудь сделаю прямую трансляцию. Но когда-нибудь, короче, да, когда-нибудь. Короче, я сейчас поеду на мостик. Уи, какие эти. Интересно, я до солнышка достану. Нет, не достану. Нифига я куда еду. Ну почему это иди с конца? Почему он меня обижает? Так, нифига, у меня уже 43. Да. О, 44, 42. Стоп, это ведь не мостик. Это что-то другое. Я не на мост поехал. В жопу куда-то. Я в жопу поехал. Уи! О! Квенайтер. Так, ты что, оборзел, а? Нет! Блин. Кода Т-24 вообще оборзела. Борзая какая. Такая борзая. Да. Борзые такие, борзые и борзые. Так, может на БТ-7 артиллерийск риск? Стоп. Так, ну давайте поедем на БТ-7 артиллерийск. Кстати, недавно проходила у меня акция на... Чё я говорю? Ничего у меня не проходило. Я же давно не был на канале своем. Вау, почему я последний? Понимаю. Ну, хотя бы к пятеркам. К пятеркам? Да. Здесь такая музычка прикольная. Кстати, недавно обновились танки, и тут появились новые звуки. Если вы заметили, то... Если я вот сейчас поеду, там будут новые звуки. Звуки танков, звуки выстрелов новые. Смотрите даже. Слышите, да? Звуки новые. Блин. Что-то он быстро ездит, но поворачивает очень медленно. Поворачивать-то тоже нормально. Но мне не очень хорошо с таким поворотом. Не, ну как бы нормально, но мне не хватает поворота.
Самый говняный танк. Ну, как, ну, хорошо бы было бы, если бы можно было пострелять. Я светлячок, я светлячок. Ау, ау. Фух. Теперь меня доставать не будут. Стоп, 124? Правда, что ли? Все. А, меня уничтожили. Квнайтер. Квнантер. Но почему меня нагнина? Уничтожать первым же. Победа. Круто. И я ничего не... Нет. О, 995744 кредита. Да. Еще 5000 не хватает с чем-то. Ну, на чем? Ну, на то, где третьем. Что-то мне не хочется. У меня на то 3485. Да. Блин, так жестоко. Ну давай. О. Йогент 007. Я, наверное, сейчас последний бой сыграю и закончу. Что это за говно? Все. Опять. 01, ты достал уже здесь, на этой карте появляться. Я только на ZZ485 играю. Что за эта карта? Она святая, наверное. Противник сформировал взвод один. Я сейчас тоже с кем-нибудь сформирую. Вот, например, с ним. Или с ним. Или с ними. Я, короче, всех позову в взвод. О, мы с кем-то уже сформировали взвод. Алло, пацан. Алло. Алло, пацаны. Что-то они не хотят говорить ничего. А-а-а! Не, я не хочу туда ехать. Мне что-то страхово. Слишком уж опасно. На. О. Наш уничтожил их. Его. Ай! Чё-то слишком сильные враги. На тебе. Ой-ой-ой. Так. Ты тут мне не лезь на моих. На моих не лезь, я сказал. На тебе. На моих не лезь. О-о. А, полез все-таки. О, 01, ты офигел, что ли? Так поехал. Так подъехал беспалевно. Хотел меня уничтожить. Вообще уже. А буржуи. На. Так, надо воевать. Да. Вот так вот.
Это надо воевать. Учитесь у меня. Хорошо будет. И врагов много набьете. Хорошо будет. Так, где мой? Вот он. Все. Я выхожу из взвода. Достали они меня уже. Что-то они такие... Абуржуи, блин. Абуржуи. О, 1 миллион, круто. Почти, давайте. Еще надо накопить. Ну ладно, я буду прощаться с вами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!